Филиппова, а вот она и я, такая вся красивая. Давайте тогда у меня автокресло, это бежевое, и коляску цветную. Мама, как всегда, приготовила, ну, просто супер соус. Ты же на меня запрыгнуть хочешь? Ну, попозже, сына. Давай мама покушает, и потом запрыгнешь. Поехали домой. Тоже устал? Кристинка семена льна вот пьет. Она любит. Привет, мои хорошие. С вами Селена. Не судите меня строго. Что это у меня тут с глазами? Все нормально. Вчера она уж просто вот так вот умылась этой мицелляркой. Завалилась спать. Сейчас только проснулись, а время... Короче, в 12 часов дня мы проснулись с малышенькой моей, да? Он уже меня не так агрессивно будет, уже так спокойно мне на ушко там. Зайчик. Ой, сейчас я чуть не накрашена, и вообще сейчас я не в порядке, потому что я думала, что я раньше встану и помою голову, и в итоге, короче, сейчас я отвезу малого маме, пройдусь по этим коляскам, вообще, надеюсь, сегодня работает, сегодня же все-таки выходной день, и помою голову, и, в общем, приведу себя в порядок. В общем, оставайтесь со мной, и везде, где я буду, беру вас с собой. Короче, зашла я на свой любимый рынок Классик. Вот здесь есть один магазин, где я всегда все покупаю. Всякие люльки, одежду малому нравится. У них самые низкие цены. Причем цена-качество у них самое лучшее. Вот где я смотрела, даже бывает хуже, еще дороже. Короче, я снова в свой магазин и автокресло куплю офигенское. Вообще ходила, мне говорят, нет таких. Вот этот магазин. Товары для новорожденных. Здесь буду брать. Реклама вам. Давайте тогда мне автокресло, это бежевое, и коляску цветную. Решила взять яркую коляску, потому что лето, хочется яркости. Возьму ему вот эту коляску. Вот она яркая, я думаю, ему понравится. Она с амортизатором, она легенькая, 6,5 килограмм. Лежа делается. Ну, в общем, я потом вам покажу. И автокресло офигенское. Нам еще до 3-4 лет, до 18 килограмм. Бежевое под мой салон прям. И что еще? Фу, запыхалась. Хотела просто пройтись еще по другим магазинам, потом думаю, да нафиг. Всегда здесь все беру самое лучшее. И так. Делается вон положение. Сейчас я покажу. Можно? Раз, уснул. Опа, спим. Класс. И все недорого вообще. Сколько вы говорите? Так, вот это 4900. 4900 кресло и 3800 коляска, да? 3800 коляска. Вообще хорошие цены. Я это поняла. Все упали. Ну что, а еще там какие-нибудь есть? Выбираю очки. Хочу такие очки, только без оправы. Короче, голубые стекла. Опа, а вот она и я, такая вся красивая, с чистой головой, накрашенная. Пою для вас в Инстаграм. А сейчас, так, что это за тень на моем лице? Может, вот так вот? А, нет, так губы хорошо. Ладно, я приехала к маме, сейчас пойду покушаю. Я так люблю у мамы кушать, вот. И, кстати, вот еще хотела поделиться тем, ну, почему я так вот расслабленно могу сниматься, не накрашенной, тусоваться, потому что я просто знаю, что если я приведу себя в порядок, как минимум, да, там, чистая голова, немного прикрасилась, то я выгляжу, ну, как бы супер-пупер, да, лично для себя, для своего видения, для своего вкуса, да, на женскую красоту, женский внешний вид. И поэтому я понимаю, что, в принципе, мне совсем немного и времени, и сил нужно, чтобы быть красоткой, поэтому я не сильно парюсь и могу ходить там с гулькой, да, немножко выгляжу там как серая мышка там немножко, ну, может, я и не хочу привлекать особого внимания, хотя я так скажу, что на моем опыте даже не накрашенная, как бы я ни была одета, всегда люди смотрят, оборачиваются, и даже знакомства, я помню, с парнями тоже происходили именно вот в таких. Кстати, я замечала, и мне рассказывали девчонки, что у них тоже такой опыт есть, что именно когда они идут выбрасывать мусор, не накрашенные, не причесанные, случается их половинка там какая-то, с которыми они долго потом встречаются. Бывает в клуб, ты идешь без настроения, вообще знакомиться ни с кем не хочешь. 100 раз такое было. Там, может, голова не совсем чистая, и там у тебя, ну, в общем, много чего еще может быть. И, блин, ты знакомишься, и думаешь, блин, и паришься за все, а потом встречаешься. Поэтому я особо на это не переживаю, и, ну, как бы, поэтому очень часто вы можете видеть меня не накрашенной, именно потому что
Ну, я не парюсь, и плюс у меня нет времени на это все. Вот. Ну все, пошли кушать. Я так люблю у мамы кушать, она всё время что-то вкусненькое приготовит. Мама, как всегда, приготовила, ну, просто супер соус с мяском. Что за мясо? Свинина твоя любимая? Говядина. Говядина даже? Ой, ням-ням. Сына тут на маму. Соскучился за мамой? Где мои лапки такие? Где мои лапки? Ты же на меня запрыгнуть хочешь? Ну, попозже, сына. Давай мама покушает, и потом запрыгнешь. Ну все, малого забрала, едем домой. Что-то я подустала даже сегодня. А ты, сын, поехали домой. Тоже устал? Ты тоже устал, мой зайчик? Ну все, поехали. А купила по дороге два вина. Одно вот такое вот, сказали, вообще это какое-то супер-мега женское вино. Я не знаю, посмотрите, кто знает, кто пробовал. Вот такое. Сказали, что это поистине женское вино. Будем пробовать сегодня с Кристинкой, она уже едет ко мне. А второе цимлянское вино Бьянка. Сказали, что оно супер замечательное, в том смысле, что оно не сухое и не сладкое, что-то такое между, приятное. В общем, буду тестировать его потом. А сегодня вот это. Вот это стоит вообще бутылка 1225 рублей у нас в маркете. В алкомаркете. Ну, а это подешевле, это 210 рублей стоит. Ну, будем пробовать и то, и то. Не в один день, конечно. Ну вот, пришла к нам наша Кристина. Здоровая, правда. Все, будем сейчас пить вино, и потом скажем вам отзыв, да, наш? Чё? Чё, как? Я не пила такое ни разу, попробуем. Я вообще, это тоже очень дорогое. Да нормально. Вот, все. Ну что, наливаем, тестируем наше винишко. Чё-то его так распиарили. А, во, она сказала, что это не шампанское, но оно немного газится. И на, короче, покалывание какое-то, и после вкуса, и покалывание. Короче, интересно самой, что же это. Ну чё, Крис, бери. Типа это вот такое, но не шампанское, наверное, попробуй. Ух ты, вообще, я, ну, для, мне кажется, это круто, когда пузырики идут, это оно настойно. А какого года, посмотри. Угу. Мне надо сфоткать, хотя бы. Это Италия. Короче, классное оно. Но если его сравнивать, мне кажется, что это как вот с другими винами, то это как сладкое. То это сладкое вино. Не хочет? Только что поел. Да? Да. Это за вино хочет? Да там просто у него зуб. Он его вечно... Вот присядь, вот попробуй. Скажи мне свое мнение. Вообще, это Италия. Называется Муската де Асти. Ну, реально очень классно. Если его сейчас еще чуть больше охладить. 2015 год. Сладкое белое, оно считается сладкое белое. Но моя любимая Геострамини, она, наверное, сухое. Ой. Сухое такое. Вообще ресницы здоровые такие, да? Ну сладко, как Асти Мартини. Кристинина мама передала эти супер мега блинчики, которые я уже второй просто. Очень вкусные. Читали, если вы будете меня смотреть. Спасибо вам большое. Я накидала еще туда льда. Короче, у меня супер-мега-напиток в 3 градуса. Ой, уже я размазалась. Мы просто с сынули играли, и я в каком-то... Вам видно меня вообще в фокусе? Сынули играли, он мне вот так вот бил по лицу. Мы сейчас едим виноградик. Смотрите, допиваем наше вино. Пиногриджо. Да не пиногриджо, это Асти. Что-то там такое. В общем, мы показывали. Ваш-то виноградик. А Кристинка вот... Кристинка семинально вот пьет, она любит. Это полезно, говорит. Волосы, чтобы подросли быстрее. Волосы, чтобы подросли быстрее. А, это шутка была? Это не шутка. Это не шутка. Вот. Короче, завтра будет день, мы завтра в какой-то магазин Кристина нашла дешевый. Супер. Нет, нельзя не уговорить. Ладно. Кристина нашла какой-то супер мега. Сейчас. Кристина нашла. Да что такое? Миш, не говорится, да? Все, девочки, крошечки. В общем, мы уже готовимся ко сну. Я пошла смонтировать видео, надеюсь, успею. А завтра выложить, как обычно, если не успею, то будет чуть попозже. Спокойной ночи. Люблю вас, целую и увидимся в следующем видео. Пока.